Мониторинговая группа проверила деятельность Кушумского центра оказания специальных социальных услуг. В нем находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют специального внимания и лечения. К работе центра было много нареканий, что потребовало проверки. О ее результатах было рассказано на брифинге региональной службы коммуникаций. Работа мониторинговой группы была организована в соответствии с планом контроля детских центров, оказывающих специальные социальные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья, отметил руководитель областного департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Садхан Тулигенов. В состав группы вошли представители данного ведомства, общественного объединения «Ана-Уе» и акимата Западно-Казахстанской области. На сегодняшний день в центре опекаются дети от 8 до 13 лет. Из 54 человек 17 обучаются по школьной программе. За 2 года в семьи вернулись 7 детей. За этот же период в центр поступило 10. В ходе мониторинга было уделено особое внимание вопросам соблюдения качества оказания специальных социальных услуг. Изучены все 54 личные дела получателей услуг. Нарушений и формального подхода в разработке и исполнении индивидуальных планов получателей услуг не установлено. Индивидуальные программы реабилитации инвалидов выполняется в сроке и в полном объеме. В рамках исполнения пункта 41 стандарта ежегодно проводится мониторинг и оценивается качество работы специалистов на оказание специальных социальных услуг услугополучателям. Центр оказывает специальные социальные услуги по 7 видам. Помимо особенного внимания, детям требуется и ряд медицинских услуг, постоянные реабилитационные мероприятия. Опекаемые получают комплекс реабилитационных и оздоровительных мероприятий, функционирует кабинет лечебной физкультуры и спортзал с набором необходимого оборудования. Диспансерскому осмотру подлежат все дети, находящиеся на попечении центра. Скрининговое обследование проводится один раз в год специалистами Центральной районной больницы района Байтерек. В 2019 году центру за счет бюджетных средств выделено и приобретено лекарственных средств на общую сумму 4,5 миллиона тенге. В 2020 году 4,3 миллиона тенге. По результатам работы мониторинговой группы сделан вывод, что помещения соответствуют стандартам оказания специальных социальных услуг. Мониторинговая группа выдала ряд рекомендаций. Своевременное и качественное представление социально-бытовых, социально-психологических и социально-медицинских услуг. Обеспечить формирование кадрового состава специалистов по оказанию медицинских услуг. Усилить работу с органами опеки в части соблюдения прав детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Улучшить взаимосвязь центра с учителями Кушумской средней общеобразовательной школы, своевременно проводить занятия по заданию учителей. В рекомендациях также сказано о повышении качества оказания медицинских услуг, дальнейшее обучение персонала. Алексей Кочемасов, Екатерина Шмидт, Тарас Кажимов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.